Сейчас, ребята, пойдем играть. Всем привет, наконец-то, да. Запись будет на Ютубе, причем на Ютубе будет запись от моего лица. Потому что я прямо сейчас записываю. Ах, у тебя винтовочка, да, ты говоришь? Да, у меня есть винтовочка. Чуть-чуть поиграл, как раз дошел до винтовочки. Ты крутой. Ну, а у меня зато огнемет разблокирован. Ну, огнемет это, конечно, очень круто. Тебе придется туда с огнеметом летать на вертолете. Не, огнемет не хочу, на самом деле. Я убрал просто здесь для миссии. Здесь, как обычно, должна быть нормальная миссия сжигать марихуану, но только здесь мак нужно сжигать. Они почему-то решили, что в каждой игре должна быть такая миссия сжигать наркотики, потому что это круто. Потому что это правильно, это морально. Так, сейчас я себе возьму нормальное оружие. Во-первых, гранатомет у меня есть, это хорошо. Мне снайперочка нужна тоже хорошая, вот чё. Вот я взял себе гранатомет, тот самый, лучший гранатомет. Ну. Я взял себе также еще вот эту снайперку. Естественно, лук я себе еще взял. И я себе взял еще СТГ-90. Ну это так, для ближнего боя. А у меня для ближнего боя классическая вещь. Классическая вещь? Нет, не вижу сейчас. Погнали. Так, ну чё? Вот такая вот у меня классическая вещь для ближнего боя. Ну-ка, подожди. У тебя пока пустые руки для ближнего. Подожди, да. Что это? О, дробовичок, да? Обрез. Да, сейчас тебе. Отлично. А, гранатомет, что ли, все-таки? Конечно. Я люблю его для ближнего боя. У меня он тоже есть. То есть вот так вот, да? У тебя не очень ближний. Так, ну что? Ну давай, ты ведешь. Давай, давай, хорошо. Как всегда. Сегодня мы с тобой будем брать, знаешь, что? Мы с тобой сегодня будем брать. Мы все возьмем. Да, все. Но сначала. Я уже взял гранатомет. Сегодня мы с тобой будем брать замок для начала. О, замок. То есть мы сразу начнем с замка, да? Я сейчас вот на карте покажу. Да, крепость. Не, нифига, что я на карте не покажу, потому что у меня на карте глюканет почему-то. Карта не двигается. Окей. Синее такое, синего цвета. Всем приветствовать в этом чатике. Кто там у нас в чатике? Я чатик читаю так, периодически, поэтому можете там писать всякую хренотень. О, блин, я случайно пальнул. О, хорошо, не вывалился. Ну да. А сам знаешь, как клево? Когда летишь, вот так, смотри, достаешь так вот этот ствол, снижаешься. И такой бах, да? Бомбардировщик. Сейчас найдем кого-нибудь, покараем по пути. Опять кого-нибудь мирного жителя, да? Ну нет, в этот раз, я думаю, можно даже кого-нибудь менее. Привет, Blood Mary, привет, Drunken Sailor, привет, все остальные. Пишут, что все-таки фризит, но чуть. Привет, друзья. Но чуть это уже как бы гораздо лучше, чем... Фабрика чай Кира. Вот здесь только недавно здесь спалил все плантации Киром. Весь чай. Ну да, как бы он не чай, тут опиум. Ты не доходил сюда сюжетно? Ой, ну, видимо, нет. Так, я тут все пытаюсь немножко все звуки выровнять. Кто стрелял? Это я случайно. Понял. Я собрался карать уже. Сейчас кого-нибудь покараем. Обязательно. И не раз. Это наши летят. Я гранатомет уже взял, все, я готов. Ты главное приведи куда надо. Гранатомет уже... такой. Какой гранатомет-то, который. Ну тот вчерашний. Или прямой РПГ. Не-не, вчерашний. Лучший, который по дуге. По дуге, не, как раз РПГ-то получше. Сейчас там вертолет налетят, ты поймешь его ценность. Ну что ты мне рассказываешь? Сейчас вот мы с этим зарешаем всех. Ну, окей, зарешаем. Тут у меня все подходы изучены к этому лагерю. Угу. То есть мы его сейчас будем тихо брать пытаться, не? Да, хрен там их тихо возьмешь, но мы попробуем. Пытаться никто не запрещает там, правильно? Ну, что целых три сигналки, два чувака с минометами, несколько снайперов, тяжелые пулеметчики и прилетают вертолеты. И охотники еще, да? Нет, охотников нет. И вертолеты прилетают Слава до тех Богу. Пор, пока все сигналки не будут вырублены. Угу. А их там не одна, соответственно. С вертолетом можно сразу попрощаться, потому что после первой смерти нашей он исчезнет. Ой, я случайно. Хорошо, в вертолет не попал. А ты видишь в чатике, потому что тут Марина тебе пожелание написала, что ей Леминг нужен живым для стрима завтра. Да, без проблем, это от него зависит на самом деле. Могу одна, но привыкла. Марина, как это мило. Мне доложили, что ты около так, не ломись, то сейчас будем А, отключать. я уже засел. Засел? Да, я уже засел, короче, взял лук. Такой, с коллиматором. У меня лук теперь с коллиматором, я как настоящий пацан.
Да, он нафиг не. Не, ну я понимаю, что как бы реальные ребята вообще без коллиматора работают. Так, вот здесь вот стоит снайпер, рядом с ним, со снайпером стоит. У меня же есть миномет. Снайперка, боже ты. О, миномет! Там еще один снайпер, мы еще один. Мы с тобой уже встречались с минометом, я помню. Да, печально закончилось. Так, вот там еще чел. Здесь, короче, куча народу. И сигналок тоже несколько штук, как я помню, по-моему, три здесь их. Нам бы их желательно отключить. Вот пулеметчиков мы со стрел по-тихому не вынесем. Ну уж никак. Ну а это а со снайперки? Со снайперки это может быть, да. Так, сейчас я, короче... Короче, появился что? Марк, сокрушается по поводу его нерабочего копа. Я зацелил собаку. А тут есть клетки? Пчелы. Это вот ульи с пчелами, нет? Да. Где? Или это не ульи? Я нашел пчел. А, это просто что-то сушится у них. Так, ну чё? А пулеметчик это со щитом над башкой, да? Да. Я для начала убью снайпера, потому что на него вроде как никто не смотрит. Правого снайпера сейчас буду чикать. Так. Готов. Опа, кто-то заметил? Нет? 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 Нет. Нет. И второго снайпера тоже убьем всякий случай. Ой-ой-ой. Ой-ой, что-то меня хотят увидеть. Что-то да. Что-то не взгоношились. Опасное нет, дело. Где тут, на горочке, да? Да-да, я вот здесь стою. Они... Ууу, они что-то засуетились, закопошились. Сюда пересидим. Давай-давай. Я пойду второго снайпера пока попробую снять. Ну ты, конечно, да, сходи, но... Так, вот я вижу еще одну сигналку. На каждую сигналку, по-моему, прилетает по вертолету, как минимум. Поэтому здесь нужно их поочередно снимать. Вот я еще одного чела там заметил. Так. У них там вертолет внутри. Нам нужно, чтобы хотя бы один из нас постоянно был живой. Ну это... А, я как раз эту сигналку видел. Ну сигналку вырубил, отходи, отходи. О, иду к миномету, это не очень хорошо. Еще одного снайпера убил, он меня хотел заметить, но я его убил раньше. Швухтели, пишет Дранкин Сейлор. Да-да, с ним сложно не согласиться. Там чувак за миномет сел. Ё-моё! Уходим! Огородами, Флеминг. Я уже ухожу, ты чё? А я его уже успел убить даже. Я, главное, целился как бы в нас, него кажется, такой. Нас, кажется, не заметили. Ну да, ну какого фига они так четко фигачили-то? Вроде как сигнализация не включалась, подкрепление ну, да. Вызывали. Так, ну главное, что, короче... Главное, что мы живы. Помнишь, как мы первый раз... как я первый раз познакомился с минометом вчера? Я еще одного там шлепнул. Подходим. Да-да, я подхожу. Слушай, а где сигналки, если ты знаешь, где они-то? Может, их сначала... Одно я снял. Одна отсюда невозможно попасть, потому что она с другой стороны здания стоит. Ага, окей. Они все в угол здесь уперлись. Им, причем, мясо, если подкинуть, то никто не прибежит, потому что они внутри крепости. Так, вон там еще кто-то к миномету пошел. Сейчас я его мочкану. К правому миномету или к левому? К левому. Да, он снизу бегает. Да-да, я видел, я его и зацелил. Блин. Промазал? Блин, это да. Ты зря. Он нас увидел, что ли? Они говорят, это снайпер, слышишь, да? Черт, я тоже у него еще промазал. Еще кто-то идет к миномету. Держи левый миномет, я правый посмотрю. Наметчиков, вот, на правый бежит, кажется, нет. Так, этот чувак перелазит, похоже, через стенку и к нам собирается бежать. Не, не перелазит, не перелезем просто так. Они там сами в ловушке. Хорошо. Не знаю, если их убивать, но они нас не будут видеть, они будут сигнал включать или нет. Так, я пошел, Лем, следи за ними, я пошел вторую сигналку вырубать. Давай. По стеночке здесь. С правой стороны по стеночке. А если я кого-нибудь из них пристрелю? Пока не надо, я думаю. Ну ладно. А очень хочется. Дай хотя бы одну сигналку еще сниму. Хорошо. Он хорошо. Еще к миномету пошел. К правому, левому. К правому, я понял. И вот так вот, ребята, здесь выглядит взятие крепостей. Так вот, средневековье наши деды брали крепости наших отцов. Отцы и дети. Так, блин. О-о-о, блин, чуть не засёк. Дранкин Сейлор, ну мне очень хочется, правда, взять гранатомет, короче, и устроить им брахмапутру. Но мы устроим, нас всё равно заметят рано или поздно. Да. Короче, не все собрались. Они, короче, в уголке, да, туда бы греночку бросить. Гранаты бы кинуть. Туда бы гранату. Давай начнем, я кидаю гранату, короче. Давай.
Ты кинул, не? Да, я кинул несколько штук. Да что ты, блин? У тебя что, они там связками, что ли? Типа того. О, все, началось там веселье. Рубили. Я пошел уничтожать сразу эту сигналку. Враги давай повсюду. Уж уничтожай. Ощущение создали. Ну, молодцы. Так, а если... Вторую сигналку вырубил. Сейчас их буду херачить из миномета. О, Лева, ко мне кто-то идет. Приближаемся с воздуха. Ну, идет и идет. Ты скотина. Я хотел поджечь. Я упал, короче, с горы. Лева, ну, ты зря. Ой-ой-ой-ой-ой, вертолет, вертолет. Никуда не уходили. Да меня же убьют. Лева, убегай. Да гранатомет его фигачь. Да какой я мертвый почти. Так, сейчас, подожди, подожди, быстренько. А транком, транком закинусь. Все, я взял гранатомет, сейчас. Да какой нафиг убегай? Я должен вынести вертолет. 5 секунд. О, отлично, упал. Ну, Леми, твой герой просто. Я убил вертолет. Все, найс. Молодчик. Все, парни, начинаем. Все, ребят, началось. Активную операцию. Вот так это обычно. Вот в это обычно все превращается. Вот так вот, правильно. Так, кто еще? Вон он, вон он, вон он, вон он, вон он, вон он. Псину. Хрен с ней с псиной. О, по нам пальбу ведут. О, вертолет. О, где? Получай. Опа, как я четко. Я, короче, им попал внутрь, убил троих. Да, а я его с вертолетом убил. А ты добил, да. Не, это клево. Хочет еще вертолет придет. Стопэ, стопэ. Да, конечно, ты говоришь, они не перестанут приходить. Они не перестанут, пока все сигналки уничтожим. Вертолет уже вон над ними, да, летает. Я, блин, я не могу с ним ничего сделать. Да, снеси ты его. Далековато мне. Так, подожди, а если... А если попытаться... Зараза, а? Швухтель! Ну окей, выглядел так, как будто его выбил я, но на самом деле мы же все понимаем, что это вы его сбил. Я пошел внутрь. Так, это миномет. Так, по мне снайпер работает. Чего или кто вообще? Кто по мне работает, я понять не могу. Еще и миномет. Ё-моё. Ой, я горю, черт. Ну что ты, ну контролом, контролом, контролом. Все, 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 хорошо. Тушусь. Спрятался. Минометные заряды, судя по всему. Ух ты ж. Сейчас, Лем, я пошел. А, это минометом по нам фигачит? Да, 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 по нам фигачит миномет. Там вот чел к миномету подошел, смотри, к правому. К левому, к правому? Правому. Я пытаюсь. Пойду всех добивать. У правого никого нет. Как же нет, а, нет, есть, 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 стоп, это я снайпер. Я убил, и все нормально. Ага. Нет, вообще в шоке от меня. Все, я еще успел крепость. Прикрыть тебя маленько. Такой. Я одного из них выбил, такой, ну надо прикрыть, братана. Пальцы вверх просто. Да. Четко сработано. Сейчас патронов купим на миллион долларов и дальше полетим. Ой, для снайперки же дорогие, да, патроны? Я до этого это не пользовался. Для снайперки, для гранатомета, для всего это дорогое. Ё-моё. Ну ничего, оно того стоит. Кстати, покажи, покажи, покажи мою снайперку. Мне же как бы предмет моей гордости. Подать у снайперку, давай. Да, снайперка с дизайнерской раскраской. Да не вертись ты, да, я сбоку смотрю. А чё розовая-то? Европейская какая-то снайперка. Гей-френдли. Да, точно. Так, я пошел за патронами. Да, я тоже. Сейчас полетим вторую крепость сразу же брать. Давай сразу с воздуха. Пока мы разогретые. Ну и с воздуха так просто не возьмешь, конечно. Ну да, согласен. Так, боезапас. Ну, в принципе, на 25-очку как бы. Продать. На 25-очку я закупил патрончиков, и вообще норм. Так, и у меня что-то вот как бы тут по навыкам есть. А я не знаю, что взять, потому что меня что-то ничего не вставляет из того, что мне тут предлагают, честно говоря. Так, ну я готов. Подожди, теперь тела. Чуть посложнее, потому что она вся в скале. Да? Ё-моё. Вот тут, смотри, ну, давай. Груз ГШ. Тут вертолет, кстати, же у них стоит. Может, марихуаной полимся и полетим. А чё, можно? А нельзя, они активны. Ему можно сжечь его, смотри. Мы же рили? Против наркотиков. Не, подожди, смотри. Ты сейчас начнешь сжечь, короче, я знаю. Ой. Все нафиг сгорит. Все, видишь, гашишь, готов. Пол крепости сгорит. Подходи поближе, теперь дыши просто. А, я горю. Ну фатим вот, шир. Я же говорил. Не, все нормально, я потух. Все, надышались, полетели. Все, давай, полетели. А где вертоль-то, я а, вот он. Вот он.
Так, сейчас выберем новую. А помнишь, как мы вчера рыбачили с тобой? О, да. Рыбу глушили. Да. Эпик. Эпик. Поиграли, да, значит, можем... знаешь, такие часок. Давай, летим, короче, прямо к следующей крепости. 3.5 километра. Ты чё? А что делать? А потом после нее уже будет всякие лагеря. Цепанул крышу, аккуратней. О, слоник, медведь, слоник. Слон. Тебе нужен слон? Нет, конечно, мне нужны медведи. Окей. Во, правильно, вдвоем с гранатометами. Найс, вообще. Такая просто кавалерия. Как надо. Я сегодня, кстати, тоже оценил, когда вот чуть-чуть поиграл, чтобы сюжетку маленько продвинуть. Я оценил этот прикол, когда реально так поднимаешь что-нибудь бездыханное тело, и у тебя так раз гранатомет в руке. Ну да, вообще тем. Такой Рэмбо. Ну. В общем, гранатомет, он же здесь, значит, даже значится в пистолетах. Да, он, потому что одноручный. Ну. О, а вышку, это у нас взята уже вышка? У нас вышек тут полно еще по пути к замку. А, окей. Предлагаю замок взять, а потом же вышки. Да, давай, конечно. Сейчас мы, ну мы вообще нормально этот замок взяли. Ну да, я даже не ожидал. Я даже один вертолет сбил, а у второго уничтожил команду нещадно просто. Да четко закинул. Ну я вообще очень четко попал, реально. У меня сразу такое мультиубийство, X3. А у меня X4 максимум был, даже ачивку дали. А у меня, по-моему, тоже было X4. С командой полностью. У меня было X4, когда я автомобиль подбросил. Я, короче, он попал под колесо, он подлетел, а они все умерли внутри. Отлично. Кстати, на вертолете. Даже не встречается, некого обстрелять. А ты да, ниже возьми. Может, базу какую-нибудь с воздуха возьмем? Ну, давай возьмем, что. А вон конвой. О, конвой, где? Прям под нами конвой. Давай, фигарим. Первую машину сейчас главное убить. Есть. Одна есть. Чем он до сих пор летит еще, ты видел это? Да-да. Давай. Да. Не. Все, готов. Все, отлично. Полетели дальше. Четко сработали, нормально. Ну. Транспорт уничтожен. Смерть с небес, полет валькирий. Да. Представьте себе полет валькирий, ребята. Качом. Патрон, конечно, потратили, но что делать? Ну да. Но я уже на изготовке с гранатометом, я готов, короче. 45 тысяч за что-то дали. Да, реально. За конвой, видимо, и дали. Слушай, а снайперку можно вот отсюда? А, я-то могу, у меня-то не заняты руки. Единственное, что, конечно, так, блин... еще я вижу какая-то машину конвойную. Не-не-не-не-не, стоп, подожди. Что это за, смотри, какая-то станция? Точно, о, конвойная, смотри, тачка конвойная, да. Блин, ну ее надо с гранатомета снимать, как бы, с РПГшки. А с этой тоже норм. Давай поближе. Все, готов. Погнали дальше. Отличненько. Кстати, тут валюта все-таки рупии называется, так что это действительно Индокитай. Ну это как бы ух ты, а это что за вообще база? Ну здесь на основе Непала сделан. Ну да. Давай заценим, что за база. Чернобыль какой-то местный. Здесь врагов нет. Ну что-то да. Кирпичный завод. Это они от нас уже построили. Ну. Ну ладно, полетели крепость брать. Бам, я на оленей, подожди, охочусь. Да я знаю твою охоту на оленей, потом трупов не остается. 3 оленя просто в труху. О, подожди, кто это нас там заметил? Орел, что ли? Орел? Так. Я ненавижу этих уродов. Все, готово. Один фарш, другой мертвый. Полетели. Я ненавижу орлов здесь, реально. Я тоже не люблю их. Все хорошо, только мы без патронов сейчас прилетим брать замок. Ну как бы да. Не, ну у меня-то есть патрон, у меня еще вон. Ну там можно потихарю их взять, этот замок. Ну мы попытаемся. Я там знаю одну. У меня 12 патронов. Один глаз там знаю сбоку. Да, так вот. Либо можно мы влезть. Можем сейчас попытаться взять вот здесь рядом базу, и там... А, и там запатрониться. Давай. Базу давай, в любом случае стоит взять. Конечно. Экшон нужен. Дымок, летим, нужно дать стриму экшон. Мы будем с воздуха брать? Ну, конечно, пока патроны есть. Ну да. Подожди, они же подмогу вызовут. А, так мы а хотя она же тоже закончится. Ну да, действительно. Так, готов? Давай, я готов. Начинаем. Давай, все, смерть с небес пошла. Сейчас, о, мы еще кого-то освободили. Хоть собаку. Да, мы вообще красавцы. Сигналку успел врубить, скотина. Сволочь, а так, подожди, сзади кто-то.
Так, что-то мне плохо. Где они? Где эта подмога? Что-то мне совсем плохо. Готов. Готов. Подкрепление сейчас подойдет. Где оно? Сейчас я перевяжусь маленько. С запада, говорит, идем. А где тут запад? Где запад? С запада они идут. Ты это развернись вот там, чтобы я тоже мог стрелять. А то они с другой стороны, сейчас я не могу туда палить. Вон там еще чел. Носом давай к ним. Вон там. Бах, еще один готов. Давай, где они? Вон они, вон они, вон они. Так, отлично. Ну вон, 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 вон. Где? Там, вон они. Давай. Есть. Мы идем с востока. Еще одно, что ли, ё-моё? Да такое? Вы гоните. Где он? Он где-то сидит там. Вон он, я вижу его. Да. Стой, 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 стой. Ну... Офигарь. Из востока второй конвой идет отсюда. Вот они. Мультиубийство? Это как я так? Ты же нет, человек. Мочканул. Не, ну почему нет? Фак. Че, тебя тоже задело? Садимся. Давай, садимся. Я уже выпрыгнул. И побежал. Я тоже. Щит. Сейчас. Да быстрее ты врубай. Где, 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 где он? Где он? Где он? Да он на пулемет встал, но я его убил. Нет, там кто-то еще есть, я чувствую. Я вижу его, да. Все. Все, отлично. С другой стороны. Я не в ту сторону бежал, ну окей. И это все, ребята, для того, чтобы патрончики взять. Да. Не только вертолет у нас есть, такая опасность пропадет. А, кстати, он пропадет же 100%. А, нет, стоит, стоит, круто. Супер. Погнали за патрончиками. Патрончики, да. А где-то нету, слушай. Медоеды. Как нету патрончиков-то? Тут где-то медоеды, короче. Где медоеды? Тут что-то вообще рычат тут вовсю. Ну, я вот тоже что-то как бы запарился по этой теме. А ты видишь, где патроны? Где патроны, да, вижу. Ну, этот символ К. Вот, вот это, в этом домике, беги ко мне. Я что-то ее не, потому что не вижу. А. Вот-вот здесь. Вот рычит все время. Да, я тоже слышал. А все, вижу теперь. Здесь, походу, в клетке просто кто-то сидит. А, ну понятно. Ну все, я патрончиками закупился, в принципе. Сейчас. Агитацию сорву. Да, видимо, в клетке. Точно, в клетке тигр сидит. А. Тебе шкура нужна? Да нет, у меня вроде есть тигрины. Мне мальчи. Леопарды нужны и эти, как их, блин. Все, что 23 тысячи настрелял вообще так бюджетно. Да, я тоже, кстати. Тоже 23? Ну да, там с копейками. Где ты, тигр? Че, на ножах тигр, давай. Давай, по-пацански тигр, на ножах. Пошли пинай. Ой, ё-моё, ошибись. Все. Так, я снова за патроном. Сейчас его подожгу. А ты что, его убил? Ну да. А где тигр? Почему только кровь осталась? Ну не знаю, его разорвало на куски. Ну что, я должен был смотреть, что легко меня рвать будет? Они ж сильные. Я видел, как тигр порвал просто там фургон с хипарями. В кашу. Фига себе, что, один патрон вот этой вот. Че так дорого-то? Сколько стоит? Я что-то это вроде как на 5000 только что закупился патронами, спрайс. Хотя выстрелил-то один раз. Я наверху-то спрайси. Че, ты уже наверх залез? Где ты? Не вижу тебя. Во. Прямо тобой летай на вертолете. И пополз. Так, только не раскачивайся сильно-то. Окей. Ты меня снова лопастями зажует. Бывает. Что ты делаешь-то, блин? Давай, давай, ползи. Ну я залез как бы, но без здоровья. Ладно, пока будем лететь, так, ты быстро не лети, я тут отлечиваюсь. Нас смотрят защитники животных, спрашивают нас, зрители. Они смотрят другой стрим. Да. Так, вот смотри, вот это вот у них база, короче, большая, у них там есть хитрый вход. Сейчас я уберу метку отсюда. Давай, давай. Пока что там ни черта не видно. Все, я отличился, все нормально. У нас снова 18 патронов. Гранатомёт. Хитрый вход этот, он где-то вот здесь вот с этого боку был, я помню. Пещерка где-то должна быть. Ага, я вижу. Вон она, да, я вижу тоже уже. Видишь, сбоку здесь. Слушай, может мы где-нибудь это, да, на берегу вылезем? Вот тут вот, да-да-да-да. Да-да-да-да, сейчас на причал. Мы с тобой как-то подлетели там, что минометчики уже нас зацелили. Было дело, да, было, что делать. Чё, прям в воду будем спускаться? Это а, на причал? Сейчас ты, мне кажется, побреешь этот причал. Отлично, погнали.
Мистер Президент активизировался. Да, он что-то помогает нам как может просто. Давай по-тихому сначала, берем стрелы, луки, там все дела. А, ну само собой. Как всегда, начинаем по-тихому. Да. Здесь три сигналки, они все в одном месте стоят, так что тут можно вполне это отключить. Хотя, в общем, тут вертолет не страшно. У нас какие-то сообщения шли. Пока Нур жива, крепость так просто не возьмешь. Да, конечно, не возьмем, а крепость так просто сказывается. Брали уже. Брали мы эту крепость. 100 раз так делали уже. Угу. Так, вот вход в крепость. С воздуха, с гранатометами, наверное, тоже никто не брал базы. Якобы до нас. Все, потихо, да, дальше идем. Да. Там потому что тяжелых пулеметчиков в пруд-пруди. Че? Так прям спрыгиваем. Ну давай. Здесь вот сигналки просто стоят. Нужно их всех отключить для начала. Слушай, я с фотоаппаратом. Вот здесь пойду. В этом зале. Давай. Фотографируй меня, типа, как будто я типа захватываю базу. Сфотографируй меня, типа я захватываю базу. Вижу одну сигналку. Я вижу людей. Одна готова. Мне кажется, им это не понравится. Ну они такие что-то. Слышь, ты что не видел? Я ничего не видел. Ладно, давай дальше что-то там колотить, чем мы дальше. Чем мы до этого колотили? Давай колотить дальше. О, они пошли, 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 тихо. Иди сюда, вот за уголок. Да за какой уголок? Вон пулеметчик, пулеметчик. Я вижу, все, вижу, да, вижу его. А, за этот уголок. Да, вот бонзай здесь фотографирую, у меня типа я базу на ладошке вижу. Да-да-да. Типа я поддерживаю пулеметчик. Ой, так это. Типа я, типа пулеметчик у меня на ладошке. Типа он маленький. Ее вырубили, он заметил. Боже ты мой, ее вырубили. Так, что, может, я его со снайперки? Что они ко мне идут, слышишь? Не-не-не, не снимай пока, погоди. Пусть подойдут поближе. Ладно, смотри. Сейчас он за угол зайдет, я его еще шлепну. Давай. Слушай, а он-то дерзкий, он реально знает, типа, где мы, что ли? Дерзкий, с ножом такой идет. Да, он понял, мы стреляли. Видишь, хитрец. Сейчас вот это, смотри, с этого боку. А, все, они решили, что это, наверное, показалось. Ага, ага. Это не те дроиды. И те, там еще, там еще один был. Еще ой, пулеметчик такой. Что-то прям близко. Сейчас сигналка, погоди. А пулеметчика можно с лука в репу снять? Еще одна сигналка готова. Осталось одно устройство сигнализации. Давай сюда отойдем теперь. А еще одна сигналка, я не помню, где он. Где-то там же. Там, короче, был сюда... четвертый, которого я не пометил. Я не давай знаю. Проскочим. Где ты проскочишь-то? Сюда. Ну давай проскочим. Я проскочил. Тут им приманочку тоже не кинуть, да? Диверсия. Диверс? Да, мне кажется, они что-то подозревают. Опа. Спалился. Сейчас по тебе снайпер целит. Погнали. А меня не лечит ничего? Нет. Сейчас вертолеты прилетят. О боже ты мой, снайпер. Быстро, быстро, быстро. Шармочка, ну уходи. Чё-то как-то дело принимает стрёмный оборот. О, смотри, он медленно подлетел. Все, погнали тебя всех убивать. Все, ребята, да, началось. Ну а что делать? Так обычно и бывает. Приближаемся с воздуха. Приближаются с воздуха. Я еще на сигналку, мне интересно, вот что. Кто стрелял? Кто? Вертолет летит. Вертолет летит. Что делать? Я пошел вертолет встречать, здесь пока разберись с ним. Вертолет, это все нормально. Другое дело, что они будут все время прилетать. Бог ты мой, что, реально? Я сигналку... А, нет, это уже убитая сигналка. Так, пока что мне фигово, я тут перевязываюсь. Ой, они сейчас здесь появятся, прямо у меня. Пошел хреначить вертолеты. Ой, их тут так много. Сейчас, ой, сейчас начнется. Вижу их почти. Все, вижу их. Вижу вертоль. Он пошел на меня. Сейчас он пожалеет. Ой, сейчас будет. Один готов. Вертолет. Босс вертолет. Снимай его. Он такой страшный. Типа на ладошке держу. Да. Все. Выбил? Это был он? Ой, мне кажется, я зря. Так, окей, этот пожалел. Так, а вот тут какая-то цель, я не понимаю. Нет, ты не совсем у меня. Ну, я над тобой, точнее. Все, этот готов. Ой, сейчас я, кажется, упаду. Еще один.
Они будут прибывать сколько угодно. А где еще сигналка, я не понимаю, ты помнишь? Отойти. Мне кажется, она наверху окажется. Так, опа, кто здесь меня видит? Не понимаю. О, вижу. Бам. О, все. Все. Слушай, взяли еще одну крепость. Отлично. Что-то как-то неожиданно. Угу. Что, тут еще крепости есть?